сам сделаешь. Ну, туда не важно. Ну, давай, милая, давай, давай, давай. Давай, 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 убегай, убегай. Значит, это то, что я работал. Ну, можно сказать, что их здесь просто нет. Как же тут ехать-то? Это плантации фейхоа. Вот хотя бы взять. Надо все взять, а как? А купаться? А зачем мы тогда сумки брали? Красота! Вон еще маленький фейхоа. Кто-то купил этот кусочек земли и посадил этот потрясающий плод на своей земле. Фейхоа. Это вкуснятина. Итак, мы проехали на машине с нашим гидом, местным егерем, по дороге, которую, если бы мне рассказали, я бы никогда не поверила, что по ней вообще можно проехать. Приблизительно вот то же самое, где мы сейчас пешком идем. Дорогой, я очень осторожно, спасибо тебе, что да, ты мне... Да. Держу, 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 держу меня за руку. Потому что это нужно все снимать, это такая красота. Сюда вообще туристы не ездят. Нам просто сделали, ну, можно сказать, подарок, да, такой? Боже, какая красота. Боже, какая красота. Дорогой, иди вперед, чтобы в случае чего ты мне подал руку. Мы отправляемся на водопад. Нет, дорогой, надо с левой стороны, чтобы ты шел. Я очень хочу это снимать. Как мы идем. Какая красотища. Какая красота. На паузу нажми потом. Не могу. Мне очень интересно все. Я просто держу камеру. Ты меня за руку держишь, и мы идем. Не бойся. Мамочки! Боже! Меня только что осчастливили. Сказали, что места, куда мы отправляемся, здесь масса диких кабанов и леопардов. Медведи тоже есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Горные козлы есть. Нет, козел это хорошо, пусть. А, они тоже опасны. Ой. Ой, какая красота. Нет, ну как-то перспективка насчет леопардов и диких кабанов прям удручает. Но вот это красота. Вот это красота. Под ноги смотри. Какая красота. Боже. Ага, хорошо, спасибо, что предупредил. Махом заросли. Махом. Ага. Фу. Нет, чувствуется, что далеко за 30. За кого? Да, однако. Ой, какая красота. Боже, а воздух какой, кем был? О, красиво. А мы все выше и выше и выше поднимаемся. Трудновато, конечно, идти, но по силам. Ну, все-таки идешь здесь тень. Да. А вот отсюда вода тоже льется. Что-то, видать, там какой-то тоже источник воды есть. Ну как? А вы знаете, что корни деревьев напоминают нашу сосудистую систему в организме? И очень похоже на легкие. На наши легкие. Между ним корни деревьев. Вот смотри. Это знаете, о чем, мужчины, я вам могу сказать? Вот так бывает, понимаете? Мужчина прям скала, а женщина своей любовью, лаской, темпераментом, сексуальностью пробивает таки скалу. Пробивает. Ну как бы ограждение такое. Ну потому что, посмотри, какая высота уже.
Высота-то приличная. Хурма? Хурма? Хурма. А. Он зелененький. Душоп это. Хурма. Так она только в октябре-ноябрь будет. Вот на нем есть. Этот не хур... У Хелебе ухурма, там был башка хурма. Зелененький еще, маленькие. Маленькие черные финики. То, что да, я помню. Я покупал. Да, ты еще сказал, что это. Я говорю, косточки как у хурмы, там в одной маленькой штучке 8 много, косточек. Да, очень много. Это вот это дерево, да? Но это один из видов хурмы. Территории вот эти площади включительно и водопад, как наш егерь сказал, наш сопровождающий гид, он же егерь, тоже как бы его территория. Его владение. Его владение, ну, под его контролем. Понятно. Нет, ну, в любом случае должен быть хозяин, иначе если... Хозяина нет, можно любую заповедную зону превратить в такое безобразие. Близко туда не подходи. Хорошо, дорогой. Это чудо какое-то. Ой, форма деревьев какая необычная. Не, мы идем уже, наверное, минут 40. Ехали мы, наверное, минут 30 в горы. И, конечно, если бы не... хозяин местных владений, егерь, который сопровождает нас, мы бы заблудились 100%, да мы бы и не рискнули сюда идти. Это однозначно. Это яблоко. Дикое. Маленькое. Дикое яблоко. Яблоня? Дикое. А? Вон оно яблочко. Вот, смотри. Вот. И я хочу! Вкусно? Кисло? О, кисло, кисло. Ну как? Зато витаминов сколько. Ослики. Он не боится. Дай я ему яблочко дам, а ты меня снимешь. Давай с тобой поделимся. Я съем еще чуть-чуть. И тебе дам. Убирайте. Да. Яблоко потрясающе вкусное. Все, давай. На, мой хороший. На. Ты какая прелесть, Яшечка. Ты красавец. Алмады не мечи, бахтар. Ну пока, Яша. Калышица его зовут Ишака. Ну а чем осел отличается от ишака? Что, папочка? Интересно. Да. Интересно. Очень интересное. Вижу, вижу. А там пасека наверху. Там пасека чья-то. Да. А можно меда купить? А давай мед купим, Кема. Вот люди живут. Представляете, как высоко. Мы на самом верху одной из Талышских гор. Живут люди, своя пасека, домик. Красота какая. Ты такая красавица там стоишь. Ты спряталась прямо там. В тени. А ты какая красивая. Ты какая красивая коровушка. Да. Да. Красивая ты коровушка. Да, конечно, вот так. Да, нравится, когда ласковые слова говорят. Угу. Надо догонять, а то тут дикие кабаны, извините, и леопарды. Ай-яй-яй.
Кямусю, ты зря меня бросил. Он даже не слышит. Вот сейчас азербайджанский дикий кабан выскочит и заберет меня к себе в лачугу. А муж потом скажет: «О, где моя жена?» А все, тю-тю. Поздняк метаться, дорогой. Надо было следить и караулить жену свою. Они тут о своем. Михаил. Это местность, вот это, да, на реке. Вода черная. Там черная вода. Она всегда вот такая, как будто черная. Ну и в этом месте, естественно, она глубоко. Да. Ой. Играла не до манзара, но в Чигарике. Было бы так. Зашел в воду и вышел на 25 лет моложе. Пусть она будет хоть черная, хоть белая, хоть красная. Наш товарищ Антиган даже он говорит, что я сам, несмотря на то, что в этой зоне живу, я в этих местах впервые. Ну вот. Видишь, как хорошо. Мы подвигли на это путешествие. Ты ждешь меня? Могу на сухое место ставить. Давай, Руб. Так. Хорошо. Все. Спасибо, дорогой. Посмотри, какие... Дороги, что ли, вот так. Проложены. То есть, когда... Это уже природой проложены. Когда зимой... воды с гор. Ставят, и воду с гор вот по этим... Размывают. Вот таким, да, вот. Подмывают. Видишь, как корни подмыты? Да. Ух ты! Это еще только маленький-маленький водопадик. Но чувствую, что мы все ближе и ближе к большому. Дорогой! Это что? Родниковая вода. Ага. Я тоже хочу. Пей, 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 потом я. Пей, дорогой. Ничего, просто держи. Так. Держишь? И я. Родниковая вода. На себя, на себя. Сагу. Чох сагу. Давай сюда. Булавураны просто. О, хорошо. Якши. Это вот эти деревья, вот железные деревья называются. Железные деревья. Настолько они мощные, крепкие. Ну, это самые крепкие деревья. То есть пилить невозможно? Не, ну пилятся, но очень... долго. Внутри красного цвета бывает, во-первых. Красного цвета? Да, темный цвет. Ну а у них, ну железное это, наверное, в народе так называют. Вообще название вот, есть? Посмотри. Деревья друг с другом, они так как поэтому и называются железные деревья. Они как бы приварены друг к другу. Ветви, если посмотреть, они вот как бы приварены сваркой, как будто. Видишь, все эти соединения, вы посмотрите, снимете, они как бы сваркой друг к другу приваривают. Интересно. Может быть, это семья? В Азербайджане многодетные семьи? Муж очень хороший, жена порядочная, рожают детей. Может быть, это прообраз семьи азербайджанской? А? Папа, мама, много детей. Başka meşede yok bir tek. Var, başka bir tane var, bir de yok. Bizim Astarazdan'a da yok. Çok var. Bak işin var. Эти деревья в Астаринской зоне в основном. Только, да? В основном. Ух
смотри, а вот давай, все. Посмотри, девочки. Ух ты, как косы. Полностью, ну как бы лианами сплетены. Как косы. Дрова дюхара нет, бля. Тимо, ну на обратном пути сейчас я снимаю, на обратном пути сфотографируемся. Сама пока, моя помощь не нужна. Нет, нет, дорогой, спасибо. Я позову тебя, я думаю, ты сам почувствуешь, где нужна будет твоя помощь. Красота. Красиво. Сколько здесь над уровнем моря? Самые высокие, высокие в Астаре? А это что за чудо-дерево? Догоняю. Лук. Лук? Да. Но у него есть название этого дерева? Одно, да? Кюрич или же дан. Дан? Кюрич. Оно значит сильно прочное, что плуг делает? Ван. Ван? Ван, талыш. Ван, талыш? По-талышски ван? Даржас. Вот это сап. Плуг. За что держит вот саму вот деревянную часть здесь держит. Ясно. Это дуб. Вековой, наверное. Лет 100-то есть ему, потому что ему конца и края не вижу. Он в небо уходит. Это чага, грибы. Чага. Вот так это выглядит. Ух. А мы идем еще выше. Да, дорогой, давай руку. Так. Еще выше. Угу. Вот это что, горные сточные воды вырвали дерево? Так, с корнем, ничего себе. Это да. Вот это да. Угу. А, сейчас все холодно, да? Где что место, пошли. Я так полагаю, что вот эта вода, это чистейшая, потрясающая вода. Это с водопада уже она идет, да? Да. Вон мы какой путь прошли. Ой, красота. Фу, вода какая чистая. Дорогой, она наверняка ледяная. Но я обязательно под нее встану, если будет такая возможность. Иду. Иду с тобой. Иду. Слава Богу. Такой мосточек. Славный. Ну, надо сказать, что не больше, наверное, 30, да, сейчас? Да. Здесь все-таки в горах попрохладнее. Здесь же возвышенность. Бау! Натуся, ПК сними. Где? И что с ним? Коза ждали. У-у-у. Это орех грецкий. А? А ты бычок. Бычок не идет, не качается. Бычок отдыхает. Скажи, все коровы надоели. Вот маленький ослик. Ослик. Ну вот это же ослик, не ишачок. Ну это же ослик. Ты красавец. Между прочим, осел это священное животное. Священное животное. Хороший ослик.
Ты хороший. Красивый ослик. Ты мамочка? Ты мамочка, это твой малыш идет за тобой. Чудо какое. Стоит в поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Вот так вот в селах в Талышском селе. Это не село. Это просто в горах живет семья. Ау! Девочка! А? Помаши! У-у-у. Спасибо! Это девочка местная. Это талышская девочка. Талышская девочка. Какой тут воздух. Иди. Вперед иди. Иду-ка давай. Так. Оп. Все. Ну, спасибо. Вот грецкий орех. Вот он. Упал. Упал с дерева. Упал. Грецкий. А вот оно. Да. Вот оно дерево. Видишь, такое громадное дерево. Грецкий орех. Огромное. Корневище такое. Мы отдохнем, Мария. Ну вот, растут баклажаны. Баклажан. Ух ты! Яблоки, не груша, а яблоки. Это яблоки. Местный аксакал. Салам алейкум. Салам алейкум. Алла. Алла. Опа. Салам. 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 Цыплят сними. О, какая прелесть. Собачка спит. Салам алейкум. Ты красавица. Мамочка, ты не волнуйся. Мы твоих цыпушечек не тронем. Вот они маленькие. А красивые какие-то нам принесли чай. Пока-пока! Нас женщины провожают. Это чудесное место. И мы идем дальше. Ой, мы потрясающе попили чаю. И держим путь к водопаду. Боже, какая красота. Какая красота. Какая красота. Дорогой, ты просто... Вот удачи. За это. Так, ну-ка. Да, придерживайся. Розетки, да? Ха-ха-ха! Да, даже рыба здесь ловит. Ух ты! А-а-а!
Холодная? Это тюмень. Ух ты! Ну, там еще тюмень есть. Камыш не ворота, бежим вон. Золотая рыба есть здесь. Золотая? Да, вот, тут тоже есть. Вот он. А у него есть название этого водопада? Он называется как-то? Халаган. Халаган, адывар, ады. Есть название? Адывар, брал. Ее коля без халалай. Астарай шалалай. Астарай шалалай? Шалалай? Шалалай. Ну, привет, шалалай. Я хочу в шалалай. Ну? Вот мыло тоже есть. Кому давай мыло со мной? Ну, холодное. Мыло кто-то есть. Ну, я-то сейчас полезу. Однозначно. Так. Ура! Пакетик в сумку. Сама. Он не уплывет, арбуз? Нет. Меня сфотографируй. А я тебя. А я тебя. Так, значит, смотри, чтобы не подскользнулось. Слышь? Чтобы не подскользнулось. Хорошо. Заточка. Начинай. Готовь. Yes.